Самаре продолжается ремонт улицы Зои Космодемьянской в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Ночью выполняли фрезерование старого покрытия. Осложняют работу подрядчика припаркованные автомобили, которые оставлены вдоль дорог, несмотря на предупреждения о начавшихся работах. В Самаре на участке улицы Чапаевской в августе введут одностороннее движение. Схему организации дорожного движения изменят в границах улиц Льва Толстого и Красноармейской в направлении из города. Новые знаки появятся на этом отрезке улицы Чапаевской в начале августа. Температура воды в Волге в районе Самары превысила 22 градуса. В других районах река прогрелась еще больше. Например, у берегов Тольятти и в окрестностях Сызрани температура воды 23 градуса. Малые реки в Самарской области прогрелись в среднем до 18-24 градусов. В Рио губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики. Он отметил, что этот день обращает нас к символам губернии – гербу, флагу и гимну Самарской области. Напоминает о том, что во все времена любовь к родной земле, привязанность к отчему краю, уважение к его богатой истории и традициям объединяли самарцев, помогали преодолевать трудности и достигать новых высот во всех сферах жизни. В Самарской области в трех населенных пунктах ввели режим черного неба. Неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в воздухе затронут Тольятти, Жигулевск и поселок Винтай. Более 105 тысяч российских выпускников решили пересдавать ЕГЭ. Экзамены прошли 4-5 июля. Об этом рассказал глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что чаще всего для повторной сдачи выбирали информатику, профильную математику и обществознание. Эксперты назвали российские города, в которых цены на аренду однушек одни из самых низких в стране. Это Брянск, Киров, Ярославль, Ульяновск и Саратов. Наиболее высокие цены в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге. На солнце зарегистрировали самую крупную вспышку за это лето. Рост солнечной активности начался еще 12 июля. Пока информации о выбросах солнечных масс в сторону нашей планеты нет.